Озвучил Зозя. О, черт. Привет. Всем привет. Всем привет. Эй. Корейские армии, почему вы спите? Сейчас только 3 утра. Надо бы поднять камеру. Сейчас. Сейчас поменяю угол. Окей. Я просто чуть выпил и решил выйти в лайв. Мне хотелось выйти пораньше, но в итоге вышло как-то поздно. Привет, ребята. Эй, чё кого? В последнее время я почти не ем. Почему я так распух? О, чат лагает. Почему ты еще не спишь? Я немного выпил с другом из этой же индустрии. И понимаете, просто я стал скучать по вам. Сейчас 3:19 утра в Корее. Я немного пьян, поэтому навеселе. Я по вам скучал сегодня. Я, кстати, собирался не спать всю ночь. Поэтому буду болтать с вами. Slow dancing чуть позже включу. Послушайте. Это кей-балат, понимаете, о чем я? Это прекрасная вещь. Поел ли я вечером? Да, немного. Так, сегодня вечером. Вечером, потому что сейчас 3:20. Я попробую ответить на все ваши вопросы, которые будут. Где ты сейчас? Я дома, в своем милом и прекрасном доме. Мои волосы, они сейчас серые. Recycle. I'm garbage. Простите, ребята, я немного прибухнул.
Но я не в стельку пьян. Я выпил только 3-4 стакана виски. Я бы хотел сделать тур по дому для вас, но, ребята... Ну, окей. Я покажу. Покажу, что смогу. Мой дом сейчас в полном беспорядке. Окей. Вы могли видеть в моих влогах. Было очень темно, и я включил весь свет. Так что, да. Здесь моя... У меня есть любимая комната. И... Та-дам! А, нет, погодите. Тут немного мусора. Черт. Кстати, знаете что? Я использую все свои комнаты как склад для своих вещей, так что... Это гостевая комната, где спят мои друзья, когда они приходят и набухиваются. Ну, знаете, это мое любимое пианино. Я просто сижу за ним. И вот так играю. Весело, правда? Сними капюшон. Не, мои волосы слишком короткие. Ладно. Let's go. Получится ли у меня с первого раза? Память — это крутая вещь. Окей, вот здесь сложная часть. Забыл. Еще раз. О,
получилось. Вот так. Дальше. О, черт. Я буду пробовать, пока не получится. Попробуем. Теперь все вместе. От начала до конца. Окей? Оу! Может поменять звучание? Как же оно менялось? Не то. Давайте лучше с обычным звуком. Все сразу. Поехали. Yep. На этом все. И насчет туры по дому. Я бы хотел вам что-нибудь показать, но мне кажется, я слишком пьян. В следующий раз. Я просто хочу провести с вами вместе время. Как сладко. Пш-пш. Эй, армия.
Хочешь получить эксклюзивный контент и поддержать озвучки? Тогда подписывайся на мой Boosty. Там ты найдешь то, чего никогда не будет на Ютубе. Шоу с участием любимых мемберов. Кухня Джинни. Кстати, скоро второй сезон. Фильмы, ранний доступ и многое другое. Все это ты найдешь только на моем Boosty. И помни, что все ролики выходят так быстро только благодаря вашей поддержке. Поэтому не забывай оставлять лайк и писать комментарий. А ссылочку на Boosty ты найдешь в описании. Я хотел увидеть... Поэтому снова включил. Он вырубился, да? Если честно, сейчас все в порядке, да? Давайте поболтаем. Послушаем песни, и я пойду. Связь как-то не очень. Снова? Ребята, сейчас все нормально? Так вот. Ребята, как вы? У вас есть вопросы? Может, у вас есть что-то, что вы хотите спросить или поделиться? Let's just do the Q&A. Me too. Я тоже, знаете. Я сейчас чувствую себя прекрасно. Я вот только вернулся с прогулки. Как выжить в корпоративном мире? Ох, блин. Я никогда не был даже на собеседовании на работу, сори. Ты не будешь спать? У меня есть дела утром, вы о них узнаете позже. Во сколько тебе надо выходить? Где-то 8-7 часов. Спасибо за комплимент моему аутфиту. На мне сейчас ресайкл. Пишет Чимин. По крайней мере, в этом мире полном разочарования у нас есть армия. Сердечко. Что? Чимина! Ты так и не написал мне, когда я позвал тебя выпить. Что делаешь? Ты дома? А что? Чем занят? Я хочу встретиться! Чимина, когда мы увидимся? Хён, проведи время с Арми. Я позвоню тебе позже. Люблю. Чимин у нас, видимо, выпил. Я вижу это по его сообщению. Мне кажется, он пьян. Потому что он признается в любви и нет. Давай увидимся. Эй, ты же сам мне не написал после того, как я тебя пригласил. В общем, я пригласил его, а он мне не написал. Он поздно вернулся тогда. Ты бы хоть написал, увидимся мы или нет. Меня скоро не будет в Корее. Почему на Виверсе нельзя создать отдельный чат? Это он не отвечает. Последнее время работал? Понимаю. Я тоже работаю, знаешь же. Мы же сегодня виделись. Чимин сейчас готовит кое-что крутое. Так что он занят. Сил тебе. Окей, напишешь мне. На связи. Пьяный Чимин милашка. Да, если он пьян, конечно. Он в порядке? Да, с ним все хорошо, не переживайте. Пролил! Ладно.
Лайф работает? Окей. Что вы сейчас делаете, ребята? Видео обрывается? Лагает? Простите, наверное, это из-за того, что я перехожу туда-сюда. Сверх на Spotify и обратно, туда-обратно. Работаю, хожу в университет. Боже. Учусь, делаю домашку, делаю математику. Ребята, вы что, учитесь сейчас? Может, тебе на учебу? Как я? Я... У меня все хорошо, я весело провожу время. Понимаете, просто беру от жизни все. О, ты на уроке? На математике? О, это ужасно. Как у меня дела? У меня все супер. Работаю. И я пытаюсь наслаждаться жизнью. Но в то же время моя голова постоянно загружена какими-то разными мыслями. Но вообще все хорошо. Жить весело. Это Adore You от Fred Again. Скоро ли ты выпустишь музыку? Ну, я готовлю сейчас что-то свежее и новое по звучанию. Такую музыку, которую вы, наверное, еще даже никогда не слушали, я думаю. Наверное. Но я дам вам попробовать. Ты стираешь вещи? Я стираю вещи, не волнуйтесь. Мое любимое аниме определенно от студии Гибли. Чем ты занят в последнее время? Я просто живу. Я стараюсь прочувствовать жизнь. И, знаете, я пытаюсь насладиться ее каждой частичкой. Порекомендуешь какую-нибудь книгу? Честно говоря, я не читал ничего нового, простите. О, Индиго. Прошел уже почти год с его релиза. Мне сейчас, правда, кажется, что это лучшее время, чтобы послушать Индиго, как раз перед моей новой музыкой. Потому что вы послушаете и поймете. Когда пойдешь спать? Я, наверное, не буду спать этой ночью. Нравится ли мне классическая музыка? Да. Может, тогда включу ее, раз речь зашла о ней. Соединение в порядке? Отлично. Ты скучаешь по мне? Да, скучаю по вам. Что ты делаешь, когда ты чувствуешь себя потерянным и одиноким? Что я делаю, когда я чувствую себя потерянным и одиноким? Это очень глубокая тема, потому что я действительно чувствую себя потерянным и одиноким в эти дни. Довольно часто. И я даже не знаю. Я всегда стараюсь контролировать себя, но это очень сложно. Единственный выход — это научиться наслаждаться спокойствием и стараться быть самому себе другом, потому что никто не сможет спасти тебя, кроме тебя самого. Знаете, понимаете, о чем я? Божечки. Вот есть корейские армии, да? Я выгляжу сейчас разбитым? Да не. Я в порядке. Я смог пережить все то дерьмо, что происходило.
за эти 10 лет. Я могу быть разбитым иногда, но я всегда могу с этим справиться. О, значит, смотрит. Он пьян? Нет, я не пьян. Я выпил всего лишь 3-4 стаканчика. Я будто на аудировании по-английскому. Я знаю, что я сильный. Я чувствую, будто вы меня обнимаете. Поэтому я и включил лайв, чтобы ощущать эту вашу поддержку. Идите сюда. Давайте обнимемся. Нам всем иногда нужны объятия, правда же? Я 10 лет пытался быть себе другом, найти внутреннее спокойствие, но это правда очень трудно, потому что, знаете же, жизнь такая. Я очень молод, и вокруг очень многое. Как бы сказать, много, знаете, влияние извне. Вещей, что нас отвлекает. Так что нам надо продолжать стараться. Эй, не спрашивайте меня про армию. Я буду служить. Твой мозг слишком занят мыслями постоянно. Если честно, ненавижу это. Я знаю, я тоже всегда вас поддержу, знаете же. Я всегда рядом с вами. Нам всем нужны объятия. Нам нужны объятия. Всем они нужны. О, ты утром идешь в школу. Боже, тогда тебе быстрее надо идти спать. Но в то же время иногда неплохо и не спать всю ночь. Мои ребята большие. Уставший ли я? Нет, вообще я ложусь спать в 5-6 утра в эти дни, так что я привык бодрствовать в такое время. Из-за того, что включил классику, почему-то стало грустно. Что же включить? Если соединение лагает, то это из-за моего Spotify. Во сколько я просыпаюсь? Ну, где-то... Обычно я просыпаюсь в 11-12 часов. Вы тоже мои лучшие друзья. Моя ежедневная рутина? Ну, работаю, играю, подбухиваю, тренируюсь. Я бы хотел умереть. Я просто хотел бы сказать тебе... знаешь, я не знаю, кто ты, откуда ты и сколько тебе лет, но... Жизнь, правда, очень интересная штука, и это стоит того, чтобы прожить ее на полную, правда. Я знаю, ребята, что вы меня любите. И я никогда не принимал эту любовь как что-то должное. Иногда я думаю, что я не заслуживаю столько любви. Но знаете, я понимаю, что мне крайне повезло получать всю эту любовь. Я в таком стрессе. Я тоже. Я, блядь, тоже. Очень сильно. Очень. Японский? Я немного могу на нем говорить. В Японии сейчас тоже позднее время, так что идите спать.
Пожалуйста. Ну ладно, можете еще немного побыть со мной. До Рождества осталось 67 дней, о черт. Так скоро? Ладно. Ничего такого не знаю. Почему он не будет спать? Я ничем не пренебрегаю, ребят. Мы ничем не пренебрегаем. Уже 4 часа, верно? Уже 4 часа, представляете? Мне иногда нравится вот так проводить время, особо ничего не делая. Почему бы и нет? Песня повторяется. В Рождество? Я без понятия, что буду делать. Любимый фильм? Я советую посмотреть еще по одной. Датский фильм. Пляж или горы? Конечно же, горы. Ты все еще ездишь на велосипеде? Да, вот только 4 часа назад ездил. Мне нравится слушать, знаете, свои записи и музыку, пока я езжу на велике. Ты получил водительские права? Пока что нет. Я часто смотрю фильмы в последнее время. Это мое любимое занятие в эти дни. Где собираешься провести Рождество? Я не знаю, если честно. Спасибо. Сейчас 4 утра, поэтому...
Мой голос немного сонный. Может, включить другую? Вот так. Вот так, отлично. Конечно же. Good night, kiss. С днем рождения. О, я тот мужчина, который тебе нужен. О, спасибо, это так мило. Очень мило. Ваши сердца тоже мое лекарство. Велосипед, я недавно... Я однажды встретил на реке Хан человека, который ехал и слушал эту песню. Что еще? Да, я уже сказал, что я ездил на велике 4 часа назад. Сегодняшняя TMI? Что же? Сегодня... Что же я сегодня делаю? О, черт. Что с моей памятью? Что я сегодня делал? Вот правда, что? Что я делал сегодня? А, точно, я покрасил волосы. И еще... Я покрасил волосы.
Волосы? Я покажу вам немного. Вот так. Давайте послушаем классику. О, черт. Слезы счастья? О, да. Ты не идешь спать? Вообще, у меня есть дела утром, поэтому я попытаюсь не заснуть. Ладно, эта песня, наверное, будет последней. И потом я пойду смотреть фильм. И да. Не стриги волосы. Ну, вообще, у меня больше не осталось волос, который можно стричь. Так что не переживайте. Какой фильм? Наверное, «Французский вестник» от Уэса Андерсона. Ребята, время прощаться. Если у вас ночь, то доброй ночи. Если утро, то хорошего вам утра. Если день, то хорошего дня. Я надеюсь, что у вас будет прекрасный обед, ужин. И все у вас будет хорошо. Я вас обнимаю. Пока. Люблю вас. Спасибо, что провели время со мной.